В республике с этого года пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получать жизненно необходимые препараты бесплатно. Кому положены лекарства и как их получить, расскажет Наталья Мальчикова. Государственная поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В республике около 4000 пациентов, перенесших инфаркт миокарда, 6000 с инсультом и более 2000 с другими диагнозами. Алгоритм лечения сердечных болезней носит системный характер. Как правило, люди принимают лекарства в течение всей жизни, а стоят они недешево. Для того, чтобы пациент смог воспользоваться этим правом в течение года, опять же, в амбулаторных условиях, ему необходимо стоять на диспансерном учете у своего доктора по месту жительства. Доктор включает пациента в регистр, республиканский регистр, который существует у нас в электронном формате, и выписывает рецепты, специальные рецепты на бесплатный препарат. Разумеется, поддержка на муниципальном уровне пациентам оказывалась и ранее, но масштабы были не те. Сейчас те, кому положены выплаты, внесены в региональный регистр пациентов, закупают лекарства за счет субсидий из федерального бюджета. Их перечень, а это 23 препарата, определил Минздрав. Все они, как заверили врачи, в аптеках республики есть. А это значит, перебоев с обеспечением быть не должно. После выписки из кардиодиспансера мы берем их на учет. Они получают у нас бесплатные препараты в течение года. У нас, например, существует регистр. Сейчас в регистре состоит 411 человек. Там находятся больные, которые наблюдаются у нас ежемесячно. Даже минуя поликлинику, мы можем точно знать, что они точно их принимают, чтобы профилактировать последствия и осложнения этих сосудистых катастроф. Врачи подчеркивают, что если не заниматься вторичной профилактикой, то у каждого третьего пациента в течение года может повториться инфаркт или инсульт. Выписывает рецепт лечащий врач по месту регистрации. Сейчас, учитывая эпидобстановку, лекарства медики доставляют прямо на дом. Чебоксарка Фаина Ермолаева уже воспользовалась такой помощью. После больницы врач пришла домой, выписала все лекарства и включила список льготников. Каждый месяц медсестра приносит домой, сама по аптекам не бегаю. Удобно, никуда не хожу лишний раз. Из-за коронавируса боюсь выходить тоже. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.